Как перевоспитать дорожных нарушителей без денежного штрафа? Какие неудачи постигают шумного вора? И каким образом завоевать сердце девушки, будучи обезьяной? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Преступление и наказание за считанные секунды. В Миассе один из автомобилистов устроил ДТП. Понимая, что авария произошла по его вине, водитель попытался избежать ответственности в буквальном смысле. Но скорость бега второго участника аварии ему явно помешала. Этому патрульному инспектору, видимо, надоели водители, едущие по автобусной полосе. Их он решил наказать довольно своеобразно. Всех, кто заезжал не в тот ряд, инспектор перенаправлял на второй круг. Возможно, благодаря такому воспитанию опаздывающие автомобилисты больше не будут игнорировать правила дорожного движения. Хотел совершить тихое ограбление, но потерпел фиаско. Мотоциклист, заметив спящего продавца, решил прикарманить чужие деньги. Действуя очень осторожно, он пытался вытащить ящик с Софией наличностью. Но в самый ответственный момент выронил добычу из рук и подался в бега. Запаниковав, он даже забыл, что оставил возле магазина свой мотоцикл. А эта обезьяна точно знает путь к сердцу женщины. Местный обитатель зоопарка пользуется популярностью у прекрасной половины человечества за свою галантность. Плоды его усердия можно заметить на этом видео. Лина Зинатульна, вызов 112.